Начинаем по новому. Я думаю, все-таки, если бы Россия была не готова, то всего этого процесса не началось бы, потому что все-таки все изначально было, думаю, все-таки запланировано не только Украиной, а в первую очередь Россией и властями, российскими властями. Насколько готовно, все-таки я думаю, что Россия огромная и действительно огромные возможности, но нужно все сделать для того, чтобы со стороны законодательства и со стороны всех этапов приема беженцев, чтобы это выглядело для людей более комфортно. Ну, а если Россия станет больше, я думаю, это никому не помешает.